Стойка для съемок на телефон. Основная идея заключается в том, чтобы можно было снимать какое-нибудь видео или просто фотки снимать с телефона. При том, чтобы можно было телефон не держать в руках, а он находился на стойке. Притом эта стойка должна быть удобная, чтобы ее можно было поворачивать там в разные стороны и располагать телефон под разными углами. Стойку, которую я задумал сделать, она как раз отвечает всем этим требованиям. И с помощью ее можно вести съемки фото и видео под любыми углами. Для начала заготавливаем заготовки. Это алюминиевый профиль. Вот эти вот ребра. На белом профиле я посрезал. Все профиля я уже пообрезал. Закупил болтики, винтики, гаечки, обрезал с вешалки прищепку, тиски подготовил, ну и повырезал с ДСП под телефон такой как бы буквой П профиль. Ну и под него, естественно, деревяшки. Вот уже в сборе само крепление на стол под разными ракурсами. Начальный этап, вот где в поясе будет вращаться вся эта штанга. На видео я проверяю горизонтальное перемещение, вращение. В общем-то, все легко, без люфтов. Высота первой стойки, она у меня самая длинная. Само приспособление для крепления телефона. Так, все естественно на шурупах. Вот стойка уже с модифицированным креплением. Здесь я уже снизу просто добавил еще один профиль, чтобы он был шире и жестче. Так, горизонтальное перемещение. Все отлично двигается, все под контролем и с достаточной жесткостью. Здесь можно вращать вверх, вниз, вправо, влево, под любыми углами. И вращать вообще вокруг своей оси. Прищепочка. Прищепочка тоже довольно-таки тугая, чтобы хорошо зажать телефон. Эти мягушки тоже достаточно такие жесткие. Взял с какой-то упаковочной... с упаковочных материалов, где-то вставок, мягких вставок, чтобы не повредить аппаратуру. Вот я взял пару кусочков такого как бы поролона, она как бы похожа на вспененный пластик. Итак, сама демонстрация установки телефона в штатив. Но назовем его штативом, в принципе это и есть как бы штатив. Телефончик отлично туда входит. Сначала нижний край. И, естественно, прищепочкой прижимаем верхний край. Пробуем на жесткость. Жесткость очень приличная. Его, конечно, можно вырвать, но так, если нажимать на экран, он по-любому не отвалится. То есть можно быть уверенным, что он там сидит жестко. С достаточной жесткостью. Теперь пробуем что-то заснять. Прикольно получается, довольно таки интересно впервые это все опробовать самому, сделать увеличить что-то, показать. Но тут на экране не особо видно, снимал с помощью веб-камеры. Веб-камера желает лучшего, конечно. В общем, получилось довольно таки неплохо. Боковое освещение, самое элементарное, просто офисная лампа. Их у меня две. Одна снизу, другая сверху. Очень хорошо, вот, более-менее видно нормально. Пойдет, отлично. Правда, можно еще и совершенствовать, делать еще какие-то замедлители, ограничители, чтобы она была еще жестче. Особенно по горизонтальному вращению. Но мне, в принципе, для съемок хватает и этого. Вполне головой достаточно.
Для тех, кто заинтересовался, буквально на одном листе все доступно и понятно. Но тут придираться не стоит ни к чему. Это просто пробный вариант. Ну, как говорится, была не была, сделаю. А если не получится, усовершенствую. Ну, получилось с первого раза неплохо. Поэтому я такой вариант, как есть, оставляю. Оставляю для дальнейшего использования. Кому захочется что-то изменить, добавить, естественно. Все в ваших руках. Желаю всем удачи и пока.